В этом году МЧС России исполнилось 30 лет. День спасателей ежегодно отмечается 27 декабря. С профессиональным праздником сотрудников Белоглинской службы поздравил глава района Александр Коклин. С вашим профессиональным праздником, в принципе, наверное, сразу и с Новым годом, с наступающим, пожелать здоровья, добра, благополучия. Мы для организации вашей службы, для создания условий, многое сделали. Ну еще и планы дальше это все продолжать, конечно. Здесь нужно просто понимать, что это ваша работа, но и еще это и душевное призвание. Помогать, оказывать помощь людям. Глава района поблагодарил коллектив за работу и профессионализм. Лучших сотрудников наградил почетными грамотами и благодарственными письмами. Профессия спасателя сложная и опасная. Ее выбирают люди особой закалки. Мужественные, решительные, бесстрашные. Готовые всегда прийти на помощь. Для них главная задача – защищать граждан, их жизнь и здоровье от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.